Монтаж супертонкой автоматической калитки Gate GS Slim. Прежде чем начать монтаж турникета, убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты для этого. Детальный список вы можете найти в мануале на нашем сайте. Перед распаковкой необходимо убедиться в целостности упаковки. Если упаковка повреждена, необходимо зафиксировать повреждение. Распаковку и установку калитки нужно проводить в перчатках и защитной обуви. Пожалуйста, соблюдайте все меры безопасности во время монтажа. Распаковывайте деревянный ящик при помощи дрели. После того, как снимете стенки ящика, снимите с фиксации створку калитки. Проверить комплектность в соответствии с паспортом на изделие. Стандартная комплектация. Калитка в собранном виде. Проводной пульт управления. Анкерные болты. Снимите стойку со считывателем, а также фланец с платформы при помощи дрели. Во время демонтажа придерживайте стойку. Снимите калитку, а также фланец с платформы при помощи дрели. Во время демонтажа придерживайте калитку. Далее необходимо определить расположение калитки и стойки. Для этого расположите фланцы на предполагаемое место установки и измерьте расстояние при помощи рулетки. Сделайте разметку отверстий. Крайние отверстия для крепления анкеров. Центральное отверстие для провода кабелей. При необходимости прокладки кабелей под поверхностью пола, подготовьте в полу кабельный канал к зоне ввода кабелей в стойку. При помощи дрели сверлим отверстие в соответствии с разметкой. Далее фиксируем фланец стойки со считывателем при помощи болтов. Для удобства протяжки кабеля через стойку предварительно откройте верхнюю крышку. Протягиваем кабель через стойку. Крепим стойку к зафиксированному ранее фланцу. Подключаем провода для установки связи между стойкой и калиткой. Далее фиксируем фланец калитки при помощи болтов. Раскручиваем болты, которые фиксируют внешний корпус калитки с ее внутренней составляющей. Далее аккуратно снимаем корпус калитки и протягиваем провода. Привинчиваем внутренний корпус калитки к ранее зафиксированному к поверхности монтажному основанию. Подключаем проводной пульт управления. Подключаем кабель, соединяющий стойку с калиткой. Подключаем кабель питания. Более детальную схему подключения вы можете найти в мануале на нашем сайте www.tiso.global. Наденьте внешний корпус калитки на зафиксированную ранее внутреннюю стойку и зафиксируйте ее в нескольких точках внизу стойки, а также зафиксируйте болтами вверху стойки. После завершения всех монтажных работ снимите пленку с корпуса стойки и калитки и проверьте работоспособность калитки с пульта. Разовый проход в одну сторону. Свободный проход в одну сторону. Детальная инструкция монтажа калитки находится на нашем сайте tiso.global.